Приветствую вас. Вряд ли я скажу вам такую удивительную вещь. Вряд ли. Я правда не думаю, честно говорю, что я не думаю, что то, что я скажу, это что-то прям такое очень необычно, да, но мне кажется, это важно. Вряд ли я скажу вам что-то необычное, если скажу, что вам действительно нужно меняться. Вот. Действительно нужно меняться. Только почему-то вот вы не меняетесь почему-то. То есть, ну вот вы говорите вроде бы об изменениях, да, вы говорите вроде бы о том, что вот, ну, что хотите меняться, вот. Но почему-то не меняетесь, почему-то вы не меняетесь. То есть, вы хотите сперва как будто бы вернуть свою семью, свою жену, а потом уже, вот уже потом, только потом уже меняться. Ну, грубо говоря. Понимаете? Какая штука. Вот. Но это, я бы сказал, работает немножечко не так. То есть, если ваша жена ушла от вас, там, потому что ей что-то не нравилось и так далее, то мне кажется, что меняться вам нужно начинать уже сейчас. И делать это не для себя, вот это не для нее, не для вашей жены, которая может быть вернется, а может быть и нет, да, а делать это нужно для себя, вот. Потому что вам кажется, например, что то, как вы жили раньше, это не очень правильно и не очень соответствует тому, что вы хотите, например, понимаете, какая штука. Вот это как бы, ну, момент. Понимаете? Это вот то, на что вам, как мне кажется, нужно обратить внимание вам свое. А дальше уже будет видно. Вы же, по сути, сейчас пытаетесь чувство вины загладит перед своей женой. Ну, вот. А жена, она вам и не верит, и наказать вас хочет, вероятно. Вот. И как-то доказать хочет, ну, сама себе, возможно, какие-то вещи хочет сама себе доказать, вот. Какие-то вещи хочет сама себе доказать, вот. Ну, наверное, история там про то, что я могу себя, и что ты мне не нужен и прочее, ну, к примеру, сейчас говорю. Вот. Поэтому вы задайте себе вопрос, когда вы вели себя вот так, как вели, до того, как она ушла. С чем это было связано? Ты себя так вели. С чем это было продиктовано, что вы себя так вели?
что изменилось потом. Знаете, здесь тонкость в том, ведь, что если вы сейчас свою жену будете возвращать из чувства страха потерять, то, ну, условно говоря, что я боюсь ее потерять и поэтому пытаюсь ее вернуть, ну, к примеру, то хорошего из этого, ну, не получится ничего. Вот. Потому что вы, как только ее вернете, вот, вы перестанете бояться ее потерять. Вот. А как только вы перестанете бояться ее потерять, вот, все опять вернется на круги своя. Вот. Не потому, что вы такой плохой, а потому что у вас нет, вот, понимания, нет понимания. Ох, сейчас того, к примеру, что вас, ну, что мотивировало вас вести себя подобным образом. Вот. Вы в этом, ну, себе отчет не отдаете. Вот. Не то, чтобы вы прямо должны это делать. Вот. Ну, не то, чтобы вы прям вот, знаете, чтобы вы прям должны. Нет. Разобраться в этом, да, желательно. Именно разобраться в этом желательно. Очень желательно. Вот. Желательно действительно понять, вот, почему вы ведете себя, ну, почему вы ведете себя именно так, а не иначе. Вот. И дальше уже для себя постараться определить, насколько это вот мне свойственно, насколько для меня это свойственно. Вот. Понимаете? Насколько это вот то, чего я хочу. Может быть, ну, вам это, ну, не знаю, как-то нравится, да, может быть, вы по-другому не можете, там, сейчас, например. Разные ведь варианты есть, понимаете, какая штука-то. Вот, поэтому смотреть нужно. Вот. А когда уже в себе разберетесь, может быть, и жену возвращать. То есть у вас последовательно действие не совсем корректно. Понимаете, в чем штука. Вот. Так что то, что хотите вы вернуть жену, там, условно говоря, домой, да, к себе, хорошо. Это прекрасно, что вы хотите это. Это супер. Вот. Ну, она вернется. Например, она вернется. Что дальше будет? Что дальше будет, ну, там, словно с вами, с ней? Как дальше будут, ну, вот,
ваши отношения. Вот, она вам не верит именно потому, что вы пытаетесь вывернуть. Поэтому она вам не верит. Вот. Вы не вернете, пытаетесь. Вы собой быть постараетесь. Вот. Что важно. Когда она увидит, что вы являетесь сами собой, она начнет реально думать о том, есть ли у вас шанс. Вот. Есть ли у вас шанс быть вместе. Вот. Сейчас этого шанса, вероятно, нет. Потому что она понимает, что вы компенсируете. А вы по-прежнему обращены не на себя, а на нее. Вот. Знаете, в чем штука? То есть на самом деле нет разницы. Глобально. Нет разницы, что вы, там, я не знаю, кричите на нее и не показываете ей свою любовь, допустим. Что сейчас вы там дарите ее дарите подарками, дарите подарки, цветы и засыпаете ее сообщением. Нет, как бы разницы. Ну, глобально, именно вот глобально разницы нет. Именно глобально, повторюсь. Ну вот. Потому что глобальная ситуация, она вот такая, что, ну, у вас, как бы, получается, что вы все равно игнорируете ее, ну, ее желание, ее границы. Вот. Равно пытаетесь, ну, манипулировать. Вот, все равно, когда вот сказали, что там, ну, на жалость вот пытаются, ну, давить, вот. То манипуляция такая вот, к сожалению. Вот. И как бы на это идет соответствующая реакция с ее стороны. Вот. Поэтому не все так просто. Вот. Я бы поработал с вашим страхом. Вот. И, ну, посмотрел бы на него. На страх вообще, то есть, ну вот, с чем он связан, да, то есть, вот, почему вы так хотите вернуть свою семью, то есть, понятно, что любой человек этого хочет, это понятно и нормально, но в вашем случае вы начали хотеть семью вернуть только когда ее потерял. Вот. Что говорит о том, что когда у вас семья была, вы хотели чего-то другого немножко. Вот. Я вас не обвиняю, вы не подумайте. Вот. Не подумайте, пожалуйста. Я вас не обвиняю ни в коем случае. Просто хочу понять. Вот. Хочу понять вас. На самом деле хочу понять вас. Вот. Хочу понять, и, если смогу, например,
если смогу вас понять, допустим, ну вот, то смогу помочь вам. Вот. Как-то так, наверное, я полагаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Точнее, звучит от вас в контексте. То есть гармонизировать отношения с женой можно. Вот. А прожить расставание тоже можно. Посмотреть, например, вследствие чего вы так нуждаетесь в, значит, ну, жене, семье рядом. Вот, ну, просто вот. Как вот так вот, ну, получается, да, что это за чувства, ощущения у вас, например, вот, тоже можно поработать, тоже можно с этим поразбираться. Вот. А вопрос именно вот в том, чего вы хотите. Ну, понятно, что жену вам именно вот, ну вернуть не получится, если она там, к примеру, не хочет. Вот. Если она не хочет возвращаться. Но более самодостаточным стать вы вполне можете. Ну вот, и как бы таких вот ошибок, которые, ну, грубо говоря, что вы совершили, да, вы уже не совершите. Но сейчас вам, на мой взгляд, надо бы задать себе вопрос, такой вопрос. Значит, что я хочу для себя? Вот вопрос. Очень важный вопрос. Вот. Что я хочу для себя? Именно для себя, не для кого-то. Вот. И, соответственно, уже от этого исходить. Это будет точка отсчета ваша. Вот. А дальше все зависит от психотерапии. Ну, то есть, иными словами, хотите вы заниматься или нет. Вот. Но сайт не изменится, у вас не получится. То есть ситуация, когда люди менялись сами, да, ну, конечно, есть, вот, но очень много времени требуется для этого. На этом все, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.